Ну что ж, всем привет, ребят, с вами Джинс, и сегодня мы продолжаем играть в Mountain Blade Prophecy of Pender. Присаживайтесь поудобнее, друзья, потому что сегодня у нас часовой эпизод. Собственно, за сегодня, я думаю, получить еще одно звание в Теневом Легионе, если это возможно. Дело в том, что я наивно предполагал, что у меня уже последнее звание в Теневом Легионе. То есть я думал, что их всего 4, но, как оказалось, это не так. То есть сейчас я старший рыцарь с соотношением 230, но этого, короче говоря, недостаточно. Нужно быть круче, нужно стать мастером Теневого Легиона, или как-то там... Короче, у него есть свое название, не будем вдаваться в подробности. Плюс ко всему этому, там должно быть какое-то очень серьезное финальное задание. То есть писали в комментариях, что нужно захватить какой-то замок с 1000 ребят из культа змей, или там 500 их, короче, это будет очень сложно, но... Мы обязаны с этим справиться. Сейчас у нас в отряде 94 человека, из которых почти вся основа состоит из Центуриона Теневого Легиона и Дозорных Теневого Легиона. Короче, мы полностью окружены Теневым Легионом. Это здорово, потому что бойцы здесь элитные, и они могут за себя постоять. Короче говоря, все мои остальные бойцы, не особо такие солидные, находятся в моем собственном замке, в замке Кеннет. Дело в том, что я поначалу думал, что стоит выполнить самое сложное задание, опять же, в Цезе, в Теневом Легионе. То есть, знаете, когда вы здесь берете тяжелое задание, то есть, чувак, значит, чем я могу помочь, я хочу взять более сложное задание, но это, короче, не получится сделать сейчас, потому что княжество Дешар сейчас ни с кем не воюет абсолютно. Обычно, когда я беру сложное задание, я иду, например, там и воюем с Фирсвейном. Ну, я такой, ну что ж, ребят, мне нужно получить известность и славу, поэтому я направлюсь в Фирцвейн, разнесу там всех вассалов, тем самым получив заветные там 190-180 известности. Сейчас так не получится сделать, потому что, опять же, мы ни с кем не воюем. Насколько я понимаю, нужно поднять отношения до сотки с Теневым Легионом для того, чтобы получить уже лидера, задание на лидера, там, на грандмастера. Окей, он потянулся назад, такой, чувак, что за истории ты мне заливаешь? Сейчас мы верны Теневому Легиону, отношения 78, можно их немножечко подулучшить. У вас проблемы с врагами. Вот я люблю это задание, потому что здесь ты просто выходишь, и без всяких проблем тут сразу же должны быть ребятки. Вот он, враждебный патруль. По приказу императора Мариуса, ла-ла-ла, это бессмертная империя, чувак. Ты умрешь, как напыщенный дурак. В общем-то, так оно и будет, скорее всего. Так, ну что ж, встречаем напыщенного дурака. По поводу коалисов, ребят. Очень много я от вас слышал советов по поводу коалисов. Одни говорят, сходи все-таки, возьми у цифры у кого-то там эту самую флакон на повышение силы. Но большинство склоняются к тому, что нужно накопить 3 коалиса для того, чтобы в будущем пойти в какие-то шахты, какие-то альта, мазис или что-то около того. Они, короче, рандомно спаунятся на карте. И с помощью этих шахт там добыть себе чуть ли не самое лучшее оружие. Там какой-то топор, который разносит все и вся. Вот, короче, опять же, люблю повторяться, но очень много всяких плюшек и контента, которые нам еще предстоит изведать в будущем, и я думаю, это будет очень круто. Это будет очень и очень круто. Вот, и, кстати, еще по поводу своего королевства. Все-таки я решил в будущем создавать свое собственное королевство. Был у меня один очень клевый комментарий, который, я не знаю, напутствовал мне создать свое собственное королевство. Я даже разместил этот комментарий в паблике ВКонтакте, очень клевый, можете зайти в паблик, посмотреть. И такие вот дела. Так, мы убили 4, с этими бессмертными легионами вечно какие-то проблемы. Это, кстати, очень сильные бойцы, мне кажется, даже вровень с моими центурионами, может, немного слабее. Вот, но в любом случае мы их одолеем, то, что нас больше, потому что мы уверены в себе, правильно? Так, здравствуйте, ребята. Кстати, они даже чем-то похожи на центурионов Теневого Легиона. Какие-то вот такие вот легионеры, как и мы. Запросто их можно спутать, мне кажется, с нами. Вот у них даже шлемы какие-то схожи. Блин, убили одного центуриона, слушайте. Как они посмели? Но в этом есть свои плюсы. Нам хотя бы теперь нужно будет поменьше платить, потому что я с каждой недели, несмотря на то, что у меня есть 4 своих собственных феода, да, там 3 деревни и замок, я все равно ухожу в минус, несмотря на то, что я там... В замках уже отстраиваю шахты на добычу, все что угодно, короче говоря, делаю, но денег у меня от этого не прибавляется. Так что приходится бегать, участвовать иногда в турнирах, потому что с деньгами сейчас напряги. Я думаю, когда у нас уже будет свое собственное королевство, там уже будет попроще с денежками. Вот. По поводу еще рассуждения о своем собственном королевстве, ребят, многие пишут, что со своим собственным королевством должно быть вроде много денег. И насчет собственного королевства, мол, кардинально отличается от... своего королевства в Вормлете или в огнем мечом там, потому что... Так, проверить лучше, что у вас здесь. Опа, слиток золота, подняли деньжищ, короче.
Потому что здесь исключительно все приходят на твои военные походы. Это замечательно, потому что с этим у меня постоянно были проблемы. В том же Вормонде я говорю: ребят, я король. Я даю вам замки, я даю вам деревни. Приходите на мой военный поход. Они такие: ну, Джинс, ну прекрати, у меня уже есть свой замок, зачем мне еще один? И они, короче, остаются. В итоге я там бегаю с одним с двумя благородными вассалами и захвачиваю все подряд. Вот, говорят, что в Пендере с этим все намного получше, то есть можно спокойно себе гонять, и все будут приходить на твои военные походы. Если это так, то потом, когда у нас будет свое собственное королевство, я увеличу, короче говоря, размер отряда, то есть не размер отряда, а размер поля, на котором мы сражаемся до максимума, и тогда будут вообще шикардосные замесы. Так, нет, отказываться я не хочу. 81. Сложность здания я пока не ищу, потому что мы ни с кем не воюем. Вот, по деньгам у меня сейчас 24 тысячи. Можно, кстати, слиток продать. А за сколько, интересно, я смогу впихнуть сюда? Было написано, что он 5 тысяч стоит. 1250 это как-то слишком маловато. Так, что у вас здесь есть прикупить? Кстати, лошадку, которую мне дали ребята из Синего Легиона, я ее, в принципе, продать не могу, потому что она стоит 10 тысяч и... Ни у кого как бы нет 10 тысяч для того, чтобы могли мне загнать эту лошадку. То есть я ее продаю. Такие говорят: ну, давай я куплю тебе эту лошадку за 2 тысячи, да? 8 тысяч там или 6 тысяч оставим. Оставим. Я такой: не, ребят, не, надо найти какого-то торговца, у которого есть очень много денег. И тогда все будет прекрасно. Ну что ж, давайте мы сгоняем, во-первых, в замок Кин. Давайте... Опять же, смотреть на числа. Вот, и, кстати, насчет этих шах. Нужно мне собрать 3 куалиса, пока что у меня есть всего лишь один. Вот, главное в следующем месяце, чтобы я успел на турнир на лодеров, потому что я хочу еще куалисов, больше куалисов, победителю куалисов, повелителю куалисов, вот. Так, сейчас я сгоняю в Кеннет, посмотрю, что там происходит. Возможно, еще что-то нужно построить. Сколько там на прошлую постройку-то нам времени давалось, я уже не помню, если честно. Так, Кеннет, вот он, погнали. Никого оттуда мы забирать не будем, мы так чисто зайдем, поздороваемся с нашим главой. Так, да, мы зашли в свой собственный замок, здесь вот наши флаги с птичкой висят, все очень круто. Здравствуй, Синешаль. Так, насчет военной комнаты, может, ты мне подгонишь вещевой обоз? Вот, приятно, вещевой обоз очень клевая штука. Создать рыцарский орден, кстати, говорили, что за куалис можно создать клевый какой-то там рыцарский орден. Нет, шахту закрывать я не хочу, сейчас я, знаете что, я затещу, посмотрю. Что вообще, как работают эти ордена, мне просто интересно. Вот, пока что орден я не собираюсь создавать. До того, как я получу максимальное звание в Синевом Легионе, я с этим всем не хочу заниматься. Так, давайте посмотрим возможные варианты. Отмечу, что большинство рыцарских орденов требуют для создания от 10 до 25 единиц чести, а также 20 тысяч золотых. Каждый орден позволит улучшить указанный отряд. Так, ну я хочу орден Теневого Легиона. Тут такого нет, да? Благородные рыцари Дешар, наездники ветра... А, нет, должно быть, вот орден Теневого Легиона. Но все говорят, что орден Пендера какой-то нужно создавать. Но я сегодня, ну вот, хочу орден Теневого Легиона. Так, отношения с Теневым Легионом поднялись до 91. Так, я хочу улучшить Центурионов Теневого Легиона. Милорд, за 10 тысяч, 47, вы поднимете силу и ловкость плюс 2, увеличите мастер... А, это можно... прокачивать центурионов Теневого Легиона. Но ничего себе. То есть, по идее, сейчас у меня здесь в замке... Вот, дозор на Теневого Легиона имеется. Слушайте, а это таки круто. Я думаю, а вот, даже центурион имеется. Здорово, центурион. 91 у меня уже отношения стали. То есть, отношения еще очень клево поднялись. Ага, то есть, вот так вот. Я могу теперь отсюда выполнять задания. Но пока что, к сожалению, это для меня слишком дорого, но в будущем, я думаю, мы создадим здесь орден Теневого Легиона, раз уж на то пошло. Очень интересная штука. А вот, еще мне говорили, типа, чувак, зачем ты бегаешь у княжества Дешар, как вассал, если ты с этого ничего не получаешь? То есть можно стать наемником, например, той же империи, потому что там Теневой Легион, и получать за это хорошие деньги. Но сейчас я не хочу уходить из княжества Дешар, только потому что у меня здесь есть замок, у меня здесь есть феоды, я за счет всего этого как-то живу. Вот я такой, что сейчас бы сгонял бы хотя бы на один турнир, 20 тысяч лишних заработал, потому что сейчас с деньгами напряги. За это время будем надеяться, что княжество Дешар бросит кому-то войну, чтобы я мог потом там поучаствовать в сражениях, повысить еще известность. Ну что ж, войти на арену, где там у нас ближайший турнир? А я думал, на меня напал кто-то. Знаете, как, когда долговластие все это дело прогружается, то обычно тебя нападает кто-то. Ну что, есть турниры какие-то? Явиксхолм, Лария, Сингал, короче, много на самом деле турниров. Мы, наверное, в Ларию сгоняем, потому что здесь относительно рядом. А хотя нет, Сингал ближе, тем более Сингал княжество Дешара, это еще
плюс отношения появляются. Еще многие говорили: чувак, пора тебе уже себе жену искать, поэтому этим мы тоже, возможно, займемся. Даже сейчас в Сенгале... О, тут какой-то, кстати, в Сенгале как раз-таки праздник проходит. Мы сейчас сохранимся. Начнем подкатывать каким-то тянкам. Посмотрим, кто здесь готов. Так, мужики, мужики, мужики. Где тянки-то? Я не понял. Тянки, походу, сверху тусят. Для них здесь слишком мало места. Тоже мужики. Сплошные мужики, короче. Где ваши жены, сестры там и так далее? Никого нет, смотрите, вообще жесть. Я думал, знаете, сейчас кому-то подкатить, если там отношения до семерки поднимутся, то можно просто посвятить победу на турнире. Вот, но здесь какие-то с этим проблемы. Сумеречный рыцарь, оп, по лицу. Все, он доволен, хорошо. Так, здорово. Незнакомец, не, стоп. Я незнакомец, это все, конечно, хорошо. Так, во-первых, я еще хочу заглянуть в таверну. Надо начинать понемножку стишки учить, если есть возможность. О, Боадис здесь телом своим торгует. Помню, как одно время Боадис была одним из лучших моих рыцарей. Но я снял с нее броню, и теперь она здесь просто тусит, ничем не занимается. Так, Рива, охотник, Рива. Ты, наверное, не-не-не-не. Настоящая бандитка, это все понятно. Скальд. Это пленники. А нет, я хочу выучить стихотворение. Да, давай. Давай, 300 динар. Нормальная цена за стихотворение, я считаю. Больше стихотворений выучу, больше тянок смогу запикапить. Поэтому все под контролем. Ну, кстати, не так уж и сильно я в минус ухожу. Да, 185, это еще терпимо. Но это у нас, когда все работает, кроме Амберсгорна. Хотя, мне кажется, даже если Амберсгорн будет работать, то я вообще буду в очень солидный плюс выходить. В Пендере еще очень круто, что замки дают постоянно очень хорошую ренту. То есть, например, в том же Вормаде только... первую неделю, когда основные вот эти вот доходы замка идут, а потом там вообще копейки идут. А тут постоянно по 5000 мне скидывают, плюс красильни все работают. Все, короче, прекрасно. Пока мы ни с кем не воюем, мы празднуем, можно затусить на турнире, еще 20 тысяч поднять. Возможно, после турнира там какие-то тянки появятся, я смогу сказать, типа, я посвящаю эту победу тебе. Вот. Идеально будет пока что еще находиться у княжества Дешар. Найти какую-то сестру, там, я не знаю, внучку, что угодно. Кадана Бахадура Хана, потому что у меня с ним отношения, там, за тридцатку или сколько там. Ну, короче, двадцатка минимум. И если я, типа, женюсь на его дочери или что-то около того, то я смогу сразу же ее забрать себе в жены, потому что он не будет против, так как у меня с ним очень хорошие отношения. А не придется там сбегать с ней и так далее, поэтому, как бы, это очень большой плюс в этом плане. Будем надеяться, что у него есть дочка или что-то около того. Так, а ну-ка, кыш, кыш. Ай, кыш, я сказал. Слушайте, что-то... какой-то он бессмертный. Опять мне приходится с дубинкой сражаться. Здесь в княжестве Дешар все фанаты луков, все фанаты копий, поэтому здесь редко мне мечи подгонят, как я понял. Но я уже привык к дубинке, так что... так что я не против. Вон тут чувак тоже спокойно управляется с дубинкой, он доволен собой, так что у нас все под контролем. Так, хоп, мансуем. Ну, чувачок, ты меня прости, конечно, но я должен вас всех разнести. Так, а ну-ка, здравствуй, отлично. Кто здесь еще у меня в основных бойцах-то? Так, ну и тебе здравствуй, чё уж там. Отлично, сумеречный рыцарь, ничего себе. Бэкспейс по привычке нажимаю, смотрю, сколько оставшихся, а тут их еще дофигища, короче. Ай, как он впритык-то с лука стреляет, что это такое? Мансурбей, ну прости меня, Мансурбей. Мансурбей это, по-моему, наш главнокомандующий, да? Хотя они там постоянно как перчатки меняются. Даже одно время мне предлагали стать главнокомандующим, но я отказался. Мне лишняя слава не нужна, я парень простой. Я буду главнокомандующим, когда уже буду свое собственное королевство иметь, тогда без базара. Так, что это меня все атакуют-то? Успокойтесь, ребята, давайте жить дружно. Хоп, из-под тишка в спину. Ай, ай, что-то они прям больно дерутся. Слушай, как же хорошо, что я живучесть прокачивал вовремя. Потому что с этим могли быть бы проблемы в будущем. Так, готово. Готово, я сказал. Что-то нифига не готово, походу. Все, есть. Зеленый друг тоже до свидания. Так, чемпион, чемпион, попроще. Почему нельзя с кармана какой-нибудь меч достать, знаете, там, типа... ребят, ну этот меч Нолдеров мне дали на турнире.
я могу им спокойно пользоваться, никто же не против. Не-не-не, джинс, конечно. И в итоге тут будут все не оглушены, а просто мертвые валяться. Но зато я выиграю на турнире. Хотя, я думаю, я и так выиграю, просто это больше времени занимает, потому что это чертова дубинка, с ней черт кого выиграешь. Ага, ну, кстати, 50 урона, спокойненько. Это все модификатор скорости. Без модификатора скорости я вообще вечность бы, наверное, с этой дубинкой сражался. Так, желтые. Промазал, что ли? Ты смотри. Лошадь получила 14 урон. Ну, лошадь, ладно, простительно. Главное, чтобы я урон не получал. В этот раз мне хотя бы щит подогнали. А то, знаете, что бывает с дубинкой без щита? Это вообще жесть. Давай, чувак, пика. Ты сможешь. Ты сможешь вблизи меня пикой убивать. Вот я прям верю в это. Прям вижу, как ты всех убиваешь этой пикой. Наверное, в следующий раз. А вот почему ему подогнали меч? Что за несправедливость? Ай, ай, чувак. Хромой Найон, что? Даже такие есть. Не клевый у него псевдоним, хромой. Так, поехал. А, я думал меч дали. О, тут типа замесы на пиках, я готов. Хопа, 145. Приятно, приятно. Мы сейчас будем вот так вот с подтишка всех разваливать с этой пики. Так, ну давай, чувак. Промазал, окей. Ну, кстати, там еще и лучники имеются у них. Есть, ух, как я ему что-то переломал. Там 400 урона почти нанес. Ну так, если округлить, если грубо округлить, окей. Ну, все равно. Так, а ну-ка, дружище. 196, как-то слабовато. Ладно, все равно они с удара падают, если что. Хорошо, иду, 151, хотя вроде разогнался хорошо. Слушайте, наших почти все, все наши почти остались. А зелененькие ребята послабее будут. Так, хорошо, теперь я джинс-застрельщик, окей. Я привык больше дубинкой пользоваться, так что я буду пользоваться дубинкой. А ну-ка, оп, перехват. 33 урона, слабоваться. Надо больше модификатор скорости в таких вообще делах. Так, я сказал, надо больше модификатор скорости в таких делах. Но в итоге просто впритык стою его бью, вообще без модификатора скорости. О, чувак, не в того ты стреляешь. Окей. Окей. Ты просто навлек себе страшного врага. На самом деле. Я чувствую медленную скорость этой лошади. Еще там кто-то даже Little Diran разнес. Но, ребят, простите, но за своего топового лучника я буду мстить. Это ты там Little Diran трогал, да? Да? Подожди, нет, смотри мне в лицо, чувак. Как ты посмел? А, это и был Little Diran, да? Ну ладно, тогда мы просто промолчим об этом, окей? О, мне даже дали... Да, с Little Diran немножко неловко получилось. Мне даже меч и щит подогнали, это удивительно приятно. Вот с мечом и с щитом Калиф Хамид просто падает за секунды. О, рыцарский удар. Не, у меня с рыцарским ударом... Хотя нет, блин, я думал, у него тоже пика сначала. Надо было сразу на него с рыцарским ударом бежать. Вот, просто помните, как в прошлом эпизоде или позапрошлом я тоже сражался на турнире, и там... Мы с друг другом просто на рыцарские удары побежали, и это плохо кончилось, на самом деле. Хан Ардашир. Ну, прости меня, чувак. Так, 20 тысяч поднял, очки чести поднял, отношения с Сингалом поднял. Ну что, тут тянки не появились? Похож, а нет, не похож. Может, они где-то здесь прячутся? Алло, тут к вам победитель турнира. Нет, ладно, не хотят они меня впускать. А жаль. А жаль. Но это, наверное, из-за того, что здесь так много народу, и они там просто не вмещаются. Потому что другого ответа у меня на это нет абсолютно. Сейчас мы найдем еще где-нибудь тянок. Нам обязательно нужно рассказать кому-то наш прекрасный стишок. Опа, а вот и тянки. А это, наверное, жена, да? Это... Ну, давайте спросим. Здорово. Да, это жена, походу, потому что ее нельзя запикапить. Ну, ладно, отношения с лордом не интересуют, если честно. Мы, знаете, мы сейчас сохранимся и отправимся в Торбу, потому что в Торбе у нас тусит Кадан Бахадурхан. И, возможно, именно там будет его какая-то дочка. И сколько у вас там этих сумеречных рыцарей? 44. Давайте. Окей, ребят, 44 это не чета Теневому Легиону, если честно. У меня вообще сколько там? 1800 известностей? Почему на меня до сих пор нападает? 1800 известностей, на мой взгляд, это очень много. Как они смеют меня трогать, когда у меня... А, хотя, смотрите, они выглядят очень круто, на самом деле. Такие эти шлемы с рожками, прям пафос-пафос. Но джинс не ощущает, на самом деле, таких противников, поэтому...
У меня здесь все более чем под контролем. Так, ребятушки. Здрасте. Эх. Див там разнес. Это я просто диву лук подогнал. Клевый. И он такой просто всех уничтожает. Вау. Вау. Ничего такого мне подрезал. О, я могу смотреть за битвой вот так вот. Проходим сквозь коней. На самом деле это не очень интересно, если честно. Так, а ну-ка, я могу? Я надеюсь, я здесь загрузился, потому что я мог не загрузиться. А, я нахожусь в Вишкамане, ну ладно, до торба здесь пройтись. Я на самом деле готов с сумеречными рыцарями еще раз сразиться. Это чертов рандом был, что он меня рыцарским ударом попал. Я теперь хочу им отомстить. Все, они, походу, уже поняли, насколько я жесткий, решили убежать. Ну что, есть здесь какие-то... А нет, здесь вообще Кадан Бахадур Хан, короче, живет без дам. Я насколько понимаю, может, они сверху где-то прячутся? Опа, Синишаль здесь, нифига себе. Малик, здорово. Добрый день, Джин. Спасибо, это все, чувачок. Я не знаю, может, покончить жизнь самоубийством. Слушайте, я просто король паркур, по-моему. С такой высоты, мне кажется, сложно вот так вот на ноги упасть и как бы ничего не почувствовать. Ладно, в таверне мне кто-то стишки порассказывает, я был бы не против. Здравствуй, Эмала. Не знаю, почему я ее ударил. Эмала, может, мне стишки расскажет? Вау, а нет. Новости. Ну что, поделишься новостями? Так, ах, приятно увидеть вас. Я был посвящен... Я был посвящен страшную тайну... Ага, кое-что интересное. Очень интересные новости я должен вам рассказать. Окей, это об рыцарях рассвета. Я послушал интересную историю из уст охранника каравана. Всего несколько ночей назад, когда он искал помощников, он слышал рыцаря рассвета, который говорил, что в скором времени Астрея явится в Пендер и очистит его от грехов при помощи рыцаря рассвета. Его собственная семья была убита бандитами, но в мире которого правит Астрея, злодеи на вроде этих будут сожжены. Короче, понятно, это типа как еретики выходят, так и выйдут рыцари рассвета, но... Нам нечего бояться, потому что мы парни хорошие, а рыцари рассвета атакуют только плохих парней. Ну, Кадан Бахадурхан. Слышь, чё почём? Расскажешь что-то интересное? Давно мы с тобой не общались по душам, а отношенчик-то надо повышать. Не знаю зачем, клёвая корона у тебя. 27 у меня с ним отношения. Чё, заданечка будет? Так, вы можете... Так, слышите, что группа рейдеров Дошару незаконно устроила себе логово в этом районе. Ладно, пойду выполню это задание. Могу ли я предложить план действий? Последуешь за мной? Хорошо, я так и сделаю. Я снимаю же свет, но если выпадет наперекосяк, вы будете, в этом будете виноваты именно вы. Это что, сейчас за мной пойдет Кан Бахадурхан? Серьезно? Я вообще, честно говоря, не ожидал, что он пойдет за мной, учитывая то, что мы ни с кем не воюем. Это ж была шутка. Так. Вообще не надо за мной идти, если честно. Вы последуете за мной, на нас напали враги. Так. Вы больше не должны сопровождать меня. Все, окей. Слушайте, Кадан Бахадурхан уже может за мной ходить. Это прикольно. Так, я знаю, где логово, оно обычно всегда где-то здесь. Или стоп, оно какое-то квестовое, его будет сразу видно, а нет. Так, подождите, мне дали задание. Уничтожить логово бандитов Дешар. Оно должно быть где-то здесь. Вообще давно я не выполнял такие изичные задания, но пока мы ни с кем не воюем, можно и таким заняться. А вот оно, логово налетчиков. Вспоминаем, ребят, былое. Так, атаковать, укрыть, а что нам-то еще делать? Чтобы у нас с Каданом вообще были найс отношения. А, кстати, здесь дозорные... А нет, это каверра, я думал, это дозорные. У нас со мной только, короче, мои спутники в итоге идут. Да я и не против, если честно. Спутники-то у меня знатные, чего мне бояться-то? Смотрите, как он похож на дозорного. Ну ладно. Берем в учет то, что у него броня дозорного полностью, так что это нормально. Стреляют там что-то. Ху-ху-ху, не знаете, с кем вы связались, ребята. Против меня стрелы не действуют. Я же старший рыцарь Теневого Легиона. Вассал княжества Дешар. Вообще, на минуточку мог бы быть главнокомандующим, но сам отказался. Так, я вас сейчас просто вот так вот в линию буду уничтожать. Ну ладно, в линию не получилось, но хотя бы так.
Ой, ребят, помню, как в первых эпизодах я с вами мучился. Сейчас что-то вы совсем простенькие. В первых эпизодах такой, что? Что? 5 рейдеров дышара? Ребят, собираем все силы. Собираем все силы. Может быть, как-то мы сможем победить благодаря удаче. А сейчас иду просто сам. А, они там опять застряли, короче, как я понял. Так, ладно, давайте выходите с ними, как с детьми. Нужно их правильно сопровождать, потому что они глупенькие немножко. Они не понимают, как нужно обороняться, куда нужно идти. Это всегда с логовыми такая проблема в Пендере. Ну да ладно. Так, ну, давай, давай, давай. Щиты уже не ломаются, щиты хорошие, броня хорошая. Ну, это, кстати, слабые ребята, рейдеры Дешар. Там есть как-то эти Синингалы или что-то около того, которые там вот в хорошей броне. Вот, с ними могут быть траблы. А обычные рейдеры, они, короче, ни о чем, поэтому... Так, окей, найс. О, как он стреляет-то. Типа четкий, по всем попадает, молодец. Но не по нам. А мы слишком клевые для того, чтобы в нас попадать. Сколько там их осталось-то? 4? Ну, давайте вы пойдете на тех, а я пойду вот этих вот предводителей их так называемых разнесу. Они же там находятся всегда. У них есть своя собственная пещера. Знаете, как обычный люд тусит вон там, вот в слабеньких пещерах. А здесь элита. Ребята с Дешар, налетчиков. Они здесь, типа, всем руководят. Деды такие некие. Но ничего, с ними мы тоже справимся. А вот они. 3 штуки. 4. Видали, они как бы один с другим скрываются, они просто абсолютно идентичны. Но их, наверное, вот так вот просто уже не покрошишь. Хотя тоже с 2 ударов падают. Раньше я помню, чтобы с одним таким сразиться, нужно было весь движ собрать мой. И вот так вот в 5, может быть, есть шанс, что мы одного такого победим. Помните, как в первом эпизоде, по-моему, вот один такой был. То есть и с ним были у нас определенного рода трудности. Так, вот меня раздражает то, что они как бы появляются в разных пещерах и... Не одновременно, то есть мы пока одну пещеру победили, нужно уже к другой бежать. Вот, и это довольно напряжно и долго и неприятно. Ну ладно, ладно. Главное, что мы побеждаем, это, мне кажется, основа всех основ. Ну вот, если бы мы проигрывали, я не был бы так доволен. Бедный, щит твой сломали. Какая у него прическа стильная, всегда такое мечтал. У меня просто неровный череп, поэтому я не могу так подстричься. Так бы я давным-давно ходил бы с такой клевой прической. Здорово. Да ты не расстраивайся. Я же это все не специально. Это все, ребят, Кадан Бахадурхан. Я-то против вас ничего не имею. Вот серьезно. Вожак Сингалиан. Вот, Сингалиан. Так, сейчас мы туда придем, и там еще новые появятся, походу. Я надеюсь, что это последняя волна, чтобы я уже выполнил задание с этим Каданом, чтобы у меня с ним отношения там до 30-ки поднялись в идеале, и я был свободен. Интересно вообще, там в плане действия можно сказать, типа, Кадан Бахадурхан, стоит-ка, наверное, напасть на Фирцвейн. Такой, окей, все, и мы идем разносить всех Фирцвейне. Ну, наверное, вряд ли так можно сделать, ну, да ладно. Так, а ну-ка. Алису завалил, вожак какой-то там. Как ты посмел-то? Алису. Она же, по-моему, одна из змей, да? Кстати, интересно то, что мы все в Теневом Легионе, а змеи воюют там кровно просто с этим Теневым Легионом. А Алиса такая, ну чё, я уже ж не змея. Алиса, она вот так вот разговаривает. Так, ничего интересного у них здесь, к сожалению, нету, но главное, что задание мы выполнили. Возвращаемся к Кадану. О, еще одно логово налетчиков. Они прям слишком быстро спаунятся, по-моему. Слушайте, там, по-моему, уже не Кадан. Кадан куда-то убежал. Буквально на секунду стоило его оставить, и он сразу же спетлял куда-то. Здравствуй, Амин Джанхан. Ух, название у них. Так, план действий. Значит, нет, какой план действий? Подождите, кое-что спросить, где находится один человек и Кадан. В походе находится возле Хигир. Интересно, куда же ты в поход-то идешь, Кадан Бахадурхан? Куда он убежал? Чем вот Хигир? Он что, там рядом, что ли, был? Походы какие-то чувак мутит. Мы же ни с кем не воюем. Что за походы-то? Может, он в Рившу решил заглянуть? В мою-то Рившу? Не стоит. Тут я всем заправляю. Ага, теперь еще отсюда... Вот он. Вот он, Кадан Бахадурхан. Ну что, чувачок? Вот, 31 с ним отношения. Благоприятное, круто.
Могу ли я предложить план действий? Давайте на кого-то нападем. Нет, сюда идут бесчисленные враги. А почему мы ни с кем не воюем? Так, что нового, чувачок? Так, хорошо, вчера мы встретились с хорошим сквером по имени Бедный Ангус. В то время он разбил лагерь, рассказал интересный слух. Короче, понятно, это ничего интересного. Как дела в государстве? Сейчас между нами мир. Как дела на войне? Мы ни с кем не воюем. Да что ж ты будешь делать-то? Так, что нужно сделать, чтобы заключить прочный союз с вашим домом? Не принимайте мой ответ близко к сердцу, но у меня, как монарха, есть другие планы на моих детей. Че это другие планы-то у тебя есть? Придумал, что другие планы. Тебе чуть 30-ки отношений недостаточно, что ли? Другие планы, такой типа модный, клевый. И ладно, черт с тобой. Так, ладно, сейчас мы тогда сгоняем обратно в Теневой Легион, поспрашиваем молодых людей, может, у них есть какие-то новые задания. Тем временем, 21 февраля, то есть скоро будет очередной турнир у Нолдеров. Сейчас у нас такие прям однотипные действия, но скоро мы получим максимальное звание в Теневом Легионе, замутим себе три Куалиса как-нибудь, посмотрим, что это за шахты а-ля Зис, или как-то, я не помню, как они называются, вот. Короче, много всего нам еще предстоит сделать на самом деле, но... Этими делами тоже нужно заниматься. Чё, я готов помочь. О, награду за голову. Культ змеи. Люблю этих ребят. Нравится прям мне. Так, сейчас мне еще, скорее всего, подгонят дозорных Теневого Легиона за то, что я культ змеи поразношу. Так, ну вот ваша святыня. Но, походу, вас здесь опять имперцы полностью разнесли. Империя объявила войну с Орлеону. Давайте, наверное, княжество Дешар пускай объявит войну кому угодно. О, я, кстати, в плюс ушел, потому что Амберсгор начал работать. И я почему-то Стальберла аж 3000 в этот раз получил. Ну, в принципе, я доволен. Когда джинс уходит в плюс, джинс доволен. Так, легат, валите все отсюда, ребят. Я хочу сам, спокойненько, без зазрений совести, потому что это задание, к сожалению, на время. Мне дается всего лишь 19 дней. Я должен понаходить здесь ребят из культа змеи, которые здесь, по-моему, не особо много ходят. Королевские рыцари 4 штуки. Но королевские рыцари — это не культ змеи. О, нашел. Перемирие между Сорлеоном и княжеством Дешар подошли к концу. Вау, 77 человек, да это ж приятно. Как раз то, что мне нужно. Возможно, даже за один раз мы полностью выполним это задание, хотя вряд ли. Но за два точно, даже если мы найдем еще там 20 человек из культа змеи, то мы уже победим точно, потому что за 77 человек там дадут хорошенько нам. Возможно, не 400 сразу, но что-то в этом духе. Они что, прям сразу от нас убегать, что ли, решили? Так, это только что... Был намек, по-моему, на рыцарский удар. Хорошо, что он по лошадке попал. Только что это за... Ай-яй, что-то я прям в самый замес забежал. Где я? Что происходит? А, вот. Я пойду разносить вот пеших ребят. Нравится мне разносить пеших ребят. С ними нет проблем. Они ничего не могут тебе противопоставить, потому что ты банально в несколько раз быстрее их. И ты себе бегаешь, спокойненько подрезаешь их, и все, вот пятерых уже убил, все прекрасное. Так, воин кобры убит ударом Теневого Легиона. Ну что ж, прости меня, воин кобры. Ладно, мы не будем просить у всех прощения, потому что они бы тоже на нас напали. Была бы у них возможность, были бы они сильнее. Что уж там, они на нас нападали в количестве 900 человек, несмотря на то, что были намного сильнее. Так что не будем мы перед ними извиняться, они этого недостойны, эти змеи. О, как он прям... Слышали? Так, по-моему, я не в той стороне что-то сражаюсь, вам не кажется? Так. Ой, ребята, что-то дозорное вас там вообще в салатище разносят. Ну, простите меня. Кстати, я еще затупил, узнал, как пользоваться всеми ребятами. Вот, смотрите, я нажал один. Маневры здесь есть. Значит, в атаку это пехота. Двойка это маневры, в атаку это лучники. Тройка это конница, собственно. Вот, я что-то не особо этим пользовался. Несмотря на то, что у меня 300 эпизодов по... Mountain Blade, я что-то об этом забыл. Но, да ладно, теперь мы об этом знаем. Если что, сможем спокойно пользоваться какой-то тактикой. Вау, 57-17, неплохие латы на самом-то деле, но наши лучшие. И коняшка какая-то клевая, у которой, наверное, 500, вот, адский конь, 500 здоровья, но
Моя лошадка меня поболее устраивает. Сколько там получается? 5000. Приятно. То есть буквально 77 человек из культа змеи разнесли, и задание выполнено. Даже как-то слишком быстро в этот раз. Ну что ж, ребятки, ну я готов. Дозорно сейчас мне еще дадут, да, наверное. Отлично. С теневым легионом отношения подняли. Очки теневого легиона получили, да, там 93 у меня было. Они, смотрите, не подогнали мне дозорных в этот раз. В этот раз сказали, Толян, никаких дозорных тебе. Ну чё, может... Чемпион турнира? Ну что, выполним. Не хочу, честно, чемпион турнира выполнять. О, здесь тоже есть какие-то тянки. Но с ними, походу, нет смысла это самое заводить отношения, потому что... Да, это тем более жена. Так, все, не интересуешься меня, если честно. Помню этот замок, там в Орманде мою свадьбу отмечали. Так, окей, тогда уже 25 февраля, я думаю, можно понемножку отправляться в Элакрай. Хотя вот давайте, о, в замок Кеннет сгоняем. Как раз таки напоследок. Большой зал, да-да-да, там тусыч, понятно все, но меня это не особо. Смотрите, сколько мы захватили-то уже за княжество Дешар. Нужно переходить, мне кажется, в другое какое-то государство, потому что княжество Дешар какое-то слишком жесткое из-за меня. Так, ну хорошо, Кеннет. Расскажи-ка мне, Кеннет, что там у тебя за проблема-то? Что это? Дворянин Дешар, вот здесь, видите, стоят ребята из Дешар, то есть тоже как бы орден, но не очень такой. Синешаль, что за проблемы? Так, милорд, так, там компания наемников хочет поговорить с вами, милорд. Отряды из наемников поставались в наших ворот. Их командир, влиятельный капитан наемников спрашивает, наметили ли вы их за 10 тысяч динар? Да нафиг они мне нужны, чувак. Я не доверяю наемникам. Я не смогу заплатить такую сумму. На самом деле, накиньте им сверху 2000 золотых, чтобы расположить их к нам. Что? Мне не нужны наемники? Так, Синешаль сообщает наемникам миллион раз. Синешаль, капитан наемников атакован. Атакован? Что? А, вот она, банда наемников. Так, там было написано сколько человек? 10, по-моему. А здесь 231. Ладно, пофигу, короче. Меня эти наемники не интересуют. Пусть они идут... Нафиг, я не хочу платить 10 тысяч за каких-то наемников, когда у меня есть Центурион и Теневого Легиона. Я думал, что мне нужно будет сейчас укреплять отношения с Кеннетом. Я думал, что сейчас нужно будет какие-то загадочки там решать, чтобы весело проводить время, но, как оказалось, нет. Скукота, да и только. Ладно, 1 марта, как раз таки вовремя я подобрался, 28 дней, все как следует. Полдень, день, и я готов. Я готов, господа Нолдоры. Нет, устроить внезапную атаку я не хочу. А с каким мне нужно ждать? Вот. Как раз таки первое число. Еще раз мы сохранимся, потому что в турнире Нолдоров нужно быть предельно осторожным. Так, я надеюсь, на самом деле, на еще один Куалис. А, да, очень справедливое сражение, что у них 4 ребят на лошадках, а у нас ни одной лошадки. То есть баланс. Нравится баланс, очень классная штука. Тогда, да, ребят, у вас у всех мечи там. Что-то они, по-моему, все уже поспадали со своих лошадок. Так, я понял, у тебя лук. Но с луком я тоже умею расправляться. Ну, ладно, не особо умею. Но, ух, как он быстро стреляет. Чувак, а ну-ка пошел вон. Ладно, возьму твою лошадку. Я надеюсь, ты не против. Все, он не против. Готовься к мощному удару, дружище. Модификатор скорости 1000000. Пау. 16% всего лишь. Есть, пятихоточку еще на себя ставим. Сейчас мы, кстати, меньше за турнир. Так, ты по мне не попадешь, а я по тебе попаду. Ладно, ладно, но давайте верить в то, что я должен был по нему попасть, а не он по мне. Так, зиги-заги. Я как рыцарь, по мне не может никто попасть. Там парень нормально себе устроился, в стену встал. Такой, не трогайте меня, я вас тоже не буду трогать. Ему нормально, короче. Так, зеленые, друзья, до свидания. Синие, вау. Ну, конечно, да, у меня дубинка, это нормально, это само собой. Так, в центр бьет. Тихо. Вот, у меня есть два коричневых друга лучника. Вот, ребят, вот респект вам, вы прям молодцы. Я уже думал, что мне конец, потому что он бы сейчас побежал на меня, и я бы там знатно слился. Так, опа. Ребят, давайте, это, нормально же общались, чего вы начинаете-то? Что-то у нас тут все смешались. Но у меня есть меч. Когда у меня есть меч, обычно я побеждаю. Но, да, только никогда на меня двое человек одновременно бежит. Трое. Хотя, ладно, этот синий вроде мне даже помогает. Так, стоп.
Меня сейчас абсолютно не устраивает то, что происходит. Ну ладно, тихо-тихо. Отлично. Так, если что, я мансую. Меня невозможно попасть. Невозможно попасть. Я мансую. Доставай дубинку. Тихо. Все, победили. Хух, это было напряжно, на самом деле. Здоровья что-то маловато осталось. Так, еще пятихаточку, я уверен в себе. Так, два лучника, один на лошадке. А у нас в итоге два типа с мечом. И кому же досталась дубинка? Вы понимаете. Кому же она еще могла достаться? Так, чувачок, мне нужна твоя... Ладно, лошадку забьем. Я хотя бы тогда твой меч заберу, что ли? Так, нет. Это все выбрасываем. Отдайте мне меч, пожалуйста. Нет, не дубинку, а меч. Ладно. Я не понимаю, почему я не смог забрать этот меч. О, вот. Мне нравится парень, который спиной стал. Такой, типа, здесь ничего не происходит. Так, вправо бьешь. Вверх. Ну, на дубинках мне нет равных, если у противника тоже дубинка. Рыцарь сумерек Нолдера, вау. Я, кстати, еще пятихаточку на себя поставил. Я готов, я просто уверен в себе. Кстати, у меня же есть Куалис. Мне многие говорили, что рыцарей Нолдеров намного больше выходит за Куалис, чем у торговца в Ларе. То есть здесь мне дадут там не 10 рейнджеров Нолдеров за Куалис, а там, я не знаю, сейчас мы, кстати, это проверим. У меня же есть Куалис, я сохранюсь и просто затещу, как это все работает. Так, ну давай, дружище. Что, все, больше никого нет? Ну и ладно, я доволен. Так, это, я так понимаю, последний турнир, да? Хопа. Ну, чувак, я зигзагами мансую от выстрелов, на самом деле. Нашарился уже. Давай, доставай дубинку. Как приятно, когда у тебя меч, а у твоего противника дубинка. Это же прям невероятно здорово, по-моему. Так, окей, что же мне дали в этот раз? Серый боевой конь. Оу. И 7000. Ну ладно, почти 10 тысяч, окей. Так, серый боевой конь, что ты умеешь? Ну такой себе конь на самом деле. Но его можно продать за 600 всего лишь. Да, слишком слабый конь. Давайте посмотрим вообще, может у меня у кого-то нет лошадки. Нет лошадки, а вот у Дива Вонс. Насколько у тебя вообще верховая езда, чувак? Ноль. Угу. Все мне ясно стало теперь. А у тебя сколько верховая езда? Двойка. А ловкостью это сколько? А я могу тебе прокачать верховую езду до пятерки? Могу. Прокачать тебе силу. Вот, верховую езду до пятерки я тебе прокачал, КВР. Это означает, что ты получаешь просто прекрасную лошадь. Вот. Не за что. Так, теперь я, значит, сохранюсь. Зайду, посмотрю в замке. Можно же вас здесь прикупить, по идее, да? Нолдеров себе пачечку такую приятную. Чё-то продаешь-то? Нет, желаем повторить, нет. Вот я заинтересован немножечко в найме Нолдеров. Ага, вот видите, здесь я могу получить 12 рейнджеров вместо 10. Ну не так уж много. Давайте посмотрим, что за рыцари сумерек. Я хочу посмотреть их характеристику. Так, это, собственно, рыцари на лошадках. По идее, они должны быть вообще нереально сильными, потому что, смотрите на их... 60 уровень, живучесть 10. Ну да, это клевый рыцарь в любом случае. Но, простите, я Куалисы коплю. Вот, вот под пятихаточку рыцарей сумерек таких иметь, я был бы вообще доволен, если честно. Куалис на месте, знаете, я еще проверил, может быть, я после этого бы сохранился. Так, и теперь, значит, вернемся в ЦС. Почему? Куда-то в замок Кина. Давай, опять скажи мне, что там наемники пришли. Я рад, что я ухожу в плюс теперь постоянно. Я еще в замке Кент хотел же еще построить что-то. Не знаю зачем, потому что, по идее, если я уйду с княжества Дешар, этот замок мне нифига не достанется. Давай, что ты хочешь? Опять наемники пришли? Или ведьма появилась? Что там? Так, ну давай. Мы захватили еретика. Мы поймали неприятного мужика, который скрывался на рынке. Судя по всему, и запах он точно еретик. Мы держим его в ваше распоряжение. Так, ретикой мы пытаемся... Так, нужно бдиться с ретикой, прежде... Ну, отлично, очки известны. Это, кстати, я уже отвечал на подобный вопрос, так что я уже шарю. Так, давай мне вещевой обоз, во-первых. Пир для поднятия боевого духа мне не особо нужен. Нет, шахту я не хочу закрывать. Во-первых, тут должно быть управление замком. А, ну, почему, мы не можем же ничего построить. Вот, и еще я очень хочу пойти еды закупить. Давайте в Авендор сгоняем, потому что, мне кажется, скоро у моих ребят уже закончится еда.
О, даже уже закончил. Остался там какой-то вещевой обоз, и то, который я только что приобрел. А вот вам колбаса, мясо, ребята, пшеница. Все, как вы любите. Сейчас мы даже еще в какой-то город рядом зайдем, потому что, мне кажется, этой еды им ненадолго хватит. Ну, как у меня здесь много пунктов. О, так тут вообще, ребят, жируем, колбасы, все что угодно. Все для вас, мои любимые центуриончики и дозорные теневого легиона. Ну и спутники, конечно, ладно уж. Сейчас я загляну в ЦЕЗ, может там появилось задание какое-то с... там, за голову, награда или что-то около того, потому что... Вот честно, я не хочу еще на турнире участвовать за легион, как-то не особо. Оп, награда за голову. Не, подождите. Ну ладно, давайте награду за голову выполним еще, потому что нужно. Я хочу уже получить задание на предводителя Теневого Легиона. 32. Ой-ой-ой, куда же вы бежите? Это мои змеечки любимые. А лучше умереть в сражении. Змеечки. Ну уж простите меня. Мне нужно выполнять задание Теневого Легиона. Ну, такие вот дела. По-другому никак. Так что, змеечки, прошу у вас прощения. Так, ну что ж. Тут, кстати, не только змейки, тут еще куча крестьянов, так что... Вообще прям прикол. Так, а ну-ка, здрасте. Воин кобры убит, ну что поделать. Так бывает с воинами кобры, когда на них нападает джинс. Немножко высокомерия и скромности. Так, ладно, Сигизмунд получил 23 уровень, с чем мы его поздравляем. Жаль, что нельзя спутников сразу же во время боя прокачивать, это было бы довольно здорово, наверное. Так, последователь культа змеи, до свидания. Есть. Что там еще интересного расскажете? Так, воин культа змеи тоже. Что-то ни о чем, ребят, вообще никого не могут победить. Они слишком слабы. Ну, а нас просто больше, и мы просто элитнее. Я помню, как я раньше... Что, на меня напали воины змеи? Убегаем, у нас нет шансов. А сейчас уже, как бы, они, да, попроще противники. Думаю, рано или поздно мы разнесем вот этот вот их... А стак из 900 человек, скорее поздно, наверное, все-таки, чем рано, но тем не менее. Все, победа за нами, все здорово, все прекрасно. Есть. Так, вы получили очки известности, это здорово. Я, кстати, не зачекал по глупости. 2000, слушайте, за 30 человек 2000 дается. Прям как-то, прям быстро-быстро мы сейчас, мне кажется, выполним это задание в очередной раз. А может и нет, кто это там, змейки? О, 52, ну все, на этом мы закончим. Кстати, вот вообще прям я быстро их нашел. И это прекрасно, потому что обычно я трачу дофигища времени просто, чтобы их найти. Ладно, с ними сражаться, это не особо напряжно. А вот, чтобы их найти, это да, с этим some troubles. Тут, кстати, уже не так много крестьян, тут все-таки посолиднее рыцари. Вот он, модификатор скорости в 161, воин кобры падает просто с удара. Как я его прям красиво подрезал, вы почувствовали? Должны были почувствовать, ребят. Прям всех разношу, посмотрите на этого джинса. А нет, все, пошли первые промахи. Не нужно было говорить, что я всех разношу. А я могу просто всех конем толкать. Да, это же рабочая тактика. Так уж точно не промажешь, хотя вот только что я промахнулся. Ну давай, давай, дружище. Так, еще раз, мне кажется, тебе надо попасть. Нет, какой же ты мощный-то, рыцарь анаконды. О, вот сейчас вот сюда, на таран. Можно просто здесь стоять, вот так вот и их рубить. Смотрите, 10 убил, 11. Я просто смотрю на счетчик убийц даже. Я не смотрю на то, кого я атакую. Просто в месиво их всех рублю. 15... 16. Давайте двадцаточку осилим. Да, спокойно. Их там всего 50 было, и я разнес просто 20. Я слишком крут. Двадцать два, окей.
Сколько там осталось-то? Двое. Двое из ларца. Все, победа. Ликуем. Открываем винишко. Никто не хочет открывать винишко. Так, крестьяне в них чубли. Хотя многие говорят, знаете, чувак, бери крестьянов. Они потом становятся лучшими бойцами в Пендере. Ну, мне просто банально даже лень их прокачивается. Так, никто ничего уже не хочет выбрать. Нужно как-то, знаете, засесть... Всем им сказать, типа, ребят, выбирайте себе получше снаряжение, а то вы как-то не особо клево гоняете. Так, я уверен, что задание уже выполнено, даже проверять не буду, потому что там 50 человек, как минимум 4400 там должно быть набрано. Так, ну здравствуй, я пришел с наградкой. Так, ранги теневого легиона, опа, опа, сапоги теневого легиона я получил. Я так понимаю, я получил не только сапоги, потому что редко дают одни сапоги. Я получил только сапоги, что? Почему я получил сапоги хуже моих? Походу, это награда за задание, то есть она постоянно рандомная, но зачем мне сапоги теневого легиона? Ладно, ладно, у меня будет запасная пара сапог. Вот эти вот у меня будут домашние, а эти на выход куда-то там, на бал, я не знаю. Окей. Так, что там? Давайте вот, вот сейчас появится задание, мое любимое. Никуда не нужно ходить. Вот, вот люблю я это задание, я обязан. А во имя чести, ребята. Ради чести вот только я это делаю. Может, еще одни сапожки подгонят. Так, ну что, где вы там? А что-то они вот раздалековаться. А нет, 54, 50, чего, какой музончик-то? 54, окей. Как же мне нравится, что они все... А нет, они даже не пешие, они обычно, кстати, пешие. Так, я помню, я здесь рыцарский удар получил, так что давайте поаккуратнее будем. Я иду сразу вот... Вот, вот это мои друзья. Вот так вот, здравствуйте, Виверна Рассвета. А, вот это те самые рыцари Рассвета, которые, если что, не должны меня трогать. Ну да, с этим заминочка вышла. Вот так вот просто по кругу их можно разводить, мне кажется, спокойно. Хотя они довольно часто обороняются, ну просто там щитом, мечом, как сейчас, например. Но они слишком медленные, короче, и поэтому... Ладно, все, я понял. Мне нужно никогда говорить, что кто-то слабее... Так, эти противники слишком сложные, поэтому я вряд ли смогу нанести им удар. Вот, и тогда это получается, мне кажется, более эффектным, потому что на меня какая-то карма влияет, и я говорю, да я сейчас их просто-запросто разнесу. Какие же это сложные противники, я надеюсь, что я попаду. Ой, я попал, это чудо. Тут дозорные подбежали, просто в месиво их замесили, то я по одному их полдня здесь выцеплял бы. Здравствуйте, подкрепление. 143. Ох уж этот модификатор скорости. Прям классный, классный. Нравится. Восемнадцать противников. Хорошо, что они никого не убивают. Вот здорово. Просто оглушают. Там Ансен всех полечит, починит. Это... Не проблема, главное, что не убивают. А так они очень милые и добрые люди. Никого не убьют, это мы всех убиваем. Вот у нас, смотрите, убито 46, а оглушен двое. Вот мы всех убиваем, а наши противники всегда нас оглушают. И это прекрасно, это прекрасно. Я тоже могу быть добрым и всех оглушать, смотрите. Вот последних, если я догоню его, то я его оглушу. Ну, вряд ли, он слишком далеко, по-моему. Так, давай. Добрый джинс, идет тебя оглушать, чувак, живи! Нет, ладно, ты умер, дружище, ну, прости. Прости, если бы я до тебя догнал, я бы просто лошадкой бы как затаранил бы, и ты выжил бы. Я бы тебя в плен даже не забирал. Надо было забирать их в плен, наверное. Да 4000, приятный бонус, слушайте. Сейчас мы продадимся в ЦС. И, может быть, даже неплохо вывезем с этого. Так, ну что ж, я решил проблемку. Опять, 87 у меня уже отношения. Давай мне, наверное, новый ранг, чувак. Чемпион. Сложное задание мы выполним, как только Кадан Бахадур Хан соизволит с кем-то начать воевать. Так, хорошо, давайте, во-первых, зайдем, заглянем, сколько здесь денег. У вас имеется 3000, да? Опа, 4 уже выходит. Ну, может, у вас тут товары какие-то, да? Какие-то слишком дешевые товары, ну да ладно, окей. Готово, броня, еще 3000. Сапоги теневого легиона, ну, коняшку мы продадим. Сапоги давайте тоже сельнем. Опа, еще 1000, приятно. Нет, Куалис я продать не буду, нет. Куалис мой, никому его не отдам.
Еще я хотел повышать Лесли, да? Ты хочешь повыситься, что ли? Мой топовый конструктор всех времен народов и тренер, и поиск пути, слушайте, все у нас Лесли умеет. Ансон, ты что, это повыситься решил? Еще даже повыситься решил? Но до девятки тебе, к сожалению, не хватает. Какой ты умный, у тебя там интеллект вообще жесть просто. Лесли прокачали. Алисочка, ты у нас что качаешь? Ты у нас... Давай мы силу тебе качнем, чтобы ты хотя бы поживучей была. Вот. А потом еще будем ловкость дальше прокачивать. Сигизмундушка, дружище, ну тебе-то силу только, да? Ты у нас силач. Десятка живучести. Поздравляю тебя, чувак. Тебя вообще никто не убил. У тебя живучести больше, чем у меня. Такой вот Сигизмунд молодец. Культ змеи. Ладно, давайте напоследок еще выполним задание с этим, с турниром. Куда направиться-то? Виндхольм. Я за свой орден рву всех. Возможно, даже мы повысим следующее звание. А сколько там их еще всего осталось-то еще? Где находится Виндхольм? Наверное, вообще черт знает где. Оу-йоу-йоу-йоу, слишком далеко. Ладно, полетели. На фаст-тревеле, может, повезет, может, на нас никто не нападет. Вообще, я надеюсь, что турнир не закончится до того времени, пока мы-то доберемся. Теперь демонические путники вырвались на свет. Надеюсь, что они нас не перехватят. Ну и сколько вас там? А, кстати, это та самая банда наемников, от которой мы в свое время отказались, короче говоря. Я бы смог бы, может, их одолеть, но... Это слишком долго. Да-да-да, там с Орлеоном все дела, все прекрасно. Мы в обход побежим. Вообще, по идее, когда такие задания берутся, то, мне кажется, даже вряд ли, в принципе, может там закончиться турнир, потому что там же весь по расчет. А я должен Виндхольм прикатить. Да, Виндхольм. Ну, кстати, я довольно быстро добрался-то. Еще 1000 в плюс. Сейчас бы я был бы еще в плюсе на 20 тысяч, если бы не теневой легион. Но отношения прежде всего. Так, ну что ж, сражаемся за теневой легион. Поехали. И как же я надеюсь, что у вас здесь... О, топоры. Топоры — это прекрасно. Тут собрались просто викинги с топорами, которые сражаются. Это круто. Чемпион, до свидания. Красный друг тоже. Топоры — это вообще кайф, слушайте. Если все сражения будут с топорами, то этот турнир мы закончим довольно быстро, я думаю. Потому что, например, сражение в княжестве Дешар, где там все подряд застрельщики, это не особо клево. А когда у нас все с топорами, как настоящие мужики, сражаются, это здорово. Так. Ну, там дело экскорта всех разносит. Или кто это был? Да. Сигизмунда разнесла, нифига себе. А нет, стоп, Сигизмунда. Я путаю постоянно, местами надо менять. Да, да, это все сражения с топорами. Слушай, какая тут масуха прям. Слишком много человек. Кажется, тут весь турнир просто выбежал. У меня меньше народу на обычных сражениях в поле, чем здесь, мне кажется. Так, давай. Красные, синие, желтые. Кого тут только нет. Здорово, давай, чувак. На скорости пойдем. Слишком короткие топоры. Всегда джинс жалуется, что короткий меч, короткий топор. Но это ведь так сложно наносить нормальные удары таким топором. Вот, наверное, для себя, для своего использования я бы его вряд ли бы взял, мне кажется. Че это, Литл Диран? О, Литл Диран, я тебя уже по прическе узнаю. Настолько ты мне запомнился, дружище. Опять масуха, слушайте. Прям какие-то здесь слишком плотное по количеству народу сражение. Но я, в принципе, не против, чем мне. Я как бы только за. Больше народу на турнире, быстрее он закончится. В том плане, что если мы сражались постоянно 2 на 2, то это длилось бы вечно. Так сразу отсеяли просто зерна от плевел и погнали всех разносить. Остались только элитные бойцы. Ага, это то есть я один сражаюсь против сколько синих там? Нифига себе, такого у меня еще не было. Ну ладно, мы придумаем что-нибудь. У нас есть топор. Когда у нас есть топор, мы никого не боимся. Так, все. Слушайте, прям вообще их дохренище. Как вообще мои все так полегли, что их осталось настолько много? Дрентон. Клевый тяник, чувак. Дрентон прям вообще, но... Какие же они глупые, слушайте. Вот он, искусственный интеллект. Вот были бы у них какие-то там луки у кого-то, я бы уже здесь давно-давно проиграл. Но
Но луков у них нет, у них топоры, и это прекрасно, черт побери, потому что с топорами противников... Это Литл Диран, что ли? Похож на Литл Дирана. А нет, а да, это Литл Диран. Против Джинса вышел. Литл Диран надо было подговорить, чувак, давай я выиграю в турнире, да, ты же все-таки у меня в отряде. Он такой, нет, на эльфийском не забормотал. Поехали, чего ждут? 2 на 2 на 2, да? Давай, зеленый друг. Опять Литл Диран. Литл Диран слишком жесткий, он постоянно... А нет, это авантюрист-герой. Все, как я мог, я спутал его с Литл Дираном. Нет мне прощения. Но у них прически схожие, а я Литл Дирана как раз таки по прическе узнаю. Дева Экскорта, небось, да? А нет, это Каверра. Путаю своих ребят, короче. Нет мне прощения. Все. Как же мне нравятся турниры в Фирцвейне. Прям вообще сплошное удовольствие, потому что сражение исключительно на топорах. То есть это одноручное оружие, у меня с одноручным оружием преимущество, потому что оно у меня прокачано. И на топорах сражаются абсолютно все. То есть здесь нет ребят с луками, здесь нет разных ребят там с пиками, все сражаются на топорах. Респект, респект просто турнирам в Фирцвейне. Я бы в таких бы постоянно бы участвовал. И еще лучше было бы, если просто все сражались бы на мечах. Тогда это прям вообще было бы... Это были бы мои любимые турниры. У меня будет свое собственное королевство, и там будут все сражаться на мечах. Жаль, что это нельзя настроить, но это было бы прекрасно. Так, поехали. Я готов получить следующее звание в Теневом Легионе. Но, походу, я еще не готов. Можно бегать, сохраняться постоянно, чтобы, если что, если там на меня какие-то демонические рыцари нападут, чтобы я был готов. Вон, кстати, видели? Хотели они на меня напасть, по-моему. Так, еще раз сохранимся. Мне несложно одну кнопочку-то нажать. Так, понятно, у них там сплошные праздники, воевать они ни с кем не хотят. Ну и ладно. Так, ну что, чувачок, я выиграл. Что там, Теневой Легион, 1000 опыта, известная. С 95 у нас уже с Теневым Легионом, получается, да? 95 же. Вот, отлично, до сотки поднимем. Тут буквально одно маленькое здание выполнить и будем готовы. А на этом все, друзья. Часовой эпизод подходит к концу. Если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Если хотите чаще часовые эпизоды, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Вступайте в паблик ВКонтакте и так далее. Короче, все ссылки в описании. Пока и удачи вам, всего хорошего.